Я очень счастлив оказаться в такой большой команде, с такой большой историей, с такими амбициями. Так что положительное сейчас чувство. How did you enjoy the first trainings? How do you like it? Ну, первые тренировки пока такое тяжелое очень. Ну, в принципе, я думаю, так и нужно, потому что надо заложить фундамент к сезону. Пока втягиваюсь потихоньку, привыкаю к партнерам, они привыкают ко мне. Ну, думаю, в Турции уже все будет немножко по-другому, уже будет другое поле, другая погода, и там будет уже упор на работу с мячами, я думаю, и тактического характера будут носить тренировки. Подключаться в атаке, к атакам. Ну, прежде всего, нужно думать о защите и, в принципе, по возможности, да, помочь в атаке и постараться отдавать левые передачи и забивать. Окей. Спасибо. Спасибо.